Вылечили и отпустили на свободу. Сегодня в Енисейске выпустили в лес молодую тетерку. Напомним, что эту птицу месяц назад спасли лесосибирские школьники. Они нашли лесную гостью прямо в центре города. Тетерка была ранена и не могла летать. У птицы оказалась гематома на крыле. Таежную обитательницу передали на станцию юнатов в Енисейск. Дети вместе с педагогами смогли вылечить птицу. Их пернатая подопечная оказалась гостьей с характером. Питалась она преимущественно лесными ягодами. Несмотря на долгое пребывание в живом уголке, ручной так и не стало. Ну, ходит, гуляет, вот полетела, летать начала. Ну, просто пугает других животных, она очень, у нее размах крыльев большой, что мы ее не сможем здесь больше держать. Ну, не станет она ручной никогда. Но когда крыло у тетерки полностью зажило, ее решено было выпустить в лес. Таежная гостья с удовольствием вернулась в свою привычную среду обитания и практически сразу скрылась в лесной чаще. Все, она нормальная, здоровая птичка.